Хотите Кору? Москва, Большая Спасская, 27. Это просто приятно. Только приезжай на рейды, что я вижу уже. ГИБДД. Вообще замечательно просто. Ну, бездельники. 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 Сейчас я вам покажу общение. Что там написано? Откройте, прочитайте. Так это вы сами не знаете, за что вы меня штрафуете. Что случилось у вас? Что случилось у вас? Я совершал движение вот по этой проезжей части. По тротуару, да? А как узнать, что это тротуар? А как вы думаете, вообще плитку тактильного указателя и зебру у нас делают на что, дублеры улицы? Есть, с той стороны есть плитка? Все то же самое, плитка. А у нас правила даже движения, общее положение читать, как отличить тротуар от проезжей части. Там все написано. Каким образом? Ну, в смысле, это вам должны были инструктора еще вот сколько лет назад, когда вы водительское получали, все объяснять, на самом деле. Все очень просто, очевидно. Даже если вам навстречу пойти, а где пешеходам пойти, если это проезжая часть и это проезжая часть? Где эти пешеходы? Здесь нет знака, ни парковки, ни разметки. Почему выборочно осуществляется штрафование? А штрафа, я, наверное, вам тоже могу объяснить. Если водитель есть, они подходят к водителю. Вот, например, почему не эвакуируют остальные машины? Ну, я так понимаю, что, наверное, эвакуаторов сейчас нет, а так эвакуируют. Вы можете в любой другой день приехать, и всегда эвакуация осуществляется. Вы зря, на самом деле. Здесь очень много детей, пожилых людей ходит, там, не знаю, людей с ограниченными возможностями. Вы зря так сразу в штыки воспринимаете. Штыки, не штыки, оно... У каждого своя правда. Ну, на самом деле, вам просто, я понимаю, 2500 из бюджета отдавать, это вообще не камильфо. Я согласен, было бы тоже неприятно. Но если бы ко мне подошли... Не камильфо, не камильфо. Жить по-скотски. А в чем по-скотски? Мы все по-скотски живем. То мы бесимся, когда сотрудники не привлекают нарушителей, то мы бесимся, когда нам выписывают постановление. Куда встать на машине? Это наши с вами проблемы, согласитесь. Блять, в Химках парковаться. Вот я, например, знал, что здесь проблемы с парковкой. Ну так что, прям? В Химках и в Красногорске, конечно, тоже нельзя парковаться, там нет мест. Но и здесь тоже не вариант на тротуаре. Это демагогия. Демагогия, но тем не менее... Никто не покидал машину, никто не оставил. Я рад, когда выписывают постановление, нежели когда стоит человек по 3.27, и мимо него инспектор приезжает. Поэтому я счастлив в данном случае. Я рад за вас. Я тоже за вас. Вот так вот говорят счастливые люди, когда очень рады. Дама у нас такси есть. Там вообще девка за рулем. Надо было отбить аренду тачки, надо было еще что-то сделать. Не, на самом деле я тебе хочу сказать, что вот для водителей именно такси это критично. По той простой причине, что им надо отбить аренду, получается, и еще сверх заработать, ну чтобы, ну, на если что-то... Если в компании, то прилетит в компанию. Не-не-не, я думаю, они все индивидуально, мне кажется, что там суточно... Ребят, кто вот в этом, так скажем, в этой сфере, в этом бизнесе, я не знаю, как это правильно назвать, скажите точно, бывает от компании, но мне кажется, что это посуточная аренда, и получается, что сейчас девушку выписали штраф, и, наверное, это печально для таксиста очень. Так вот, покупаешь киндер, хочешь спуститься по пандусу. Ну фиг знает, вот это вот по щелям здесь щемится с корзиной, но что за люди, а? Вот что за дрянью надо быть, чтобы так встать, а? Он живой? Жесть, не знаю. Вызывать следственно-оперативную группу. Да ладно. Кстати, не первый случай здесь. Вы на тротуаре, к сожалению, уснули. Приехали инспектора, всем выписывают постановление, с тротуара прогоняют. Извините, что разбудил, вам бы лучше уехать. Спасибо. Да, не за что. Извините еще раз, что разбудил вас. Но я понимаю, смена, вы устали. Мне прям даже было немного неловко вас будить, но и до вас бы добрались бы, дошли бы и... А вам это не нужно. Пожалуйста, уберите камеру. Не запрещено законом снимать. Говорю, уберите камеру, пожалуйста. А что вы орете? Я вас прошу, уберите от но меня камеру. Я не буду убирать, я указываю. Не надо меня снимать. Уберите от меня камеру. Я снимаю машину. Хорошо, как? Больные люди. Здравствуйте, капитан Шепилов. Документы на машину водительскую. Нет, сюда не надо заезжать. На тротуар. Вы еще паркуетесь на тротуаре. Ваша, вы кто такие вообще? Я человек.
Я понимаю, дальше, кто вы? Вы представляетесь кем? Я пешеход. Вы не пешеход. Как? А что вы сейчас не говорите? Вы же представлялись автохам. Ой, этот кто я представлялся? Что вы какие-то автохамы, я представлялся. Боретесь, да. Я представился, да. Я представился вам пешеходом. Если вы пешеход, почему вы переграждаете машинам путь там? Я сейчас переграждал? Да. Сейчас очень хорошо работают сотрудники ДПС, которые вам объясняют, что здесь тротуар, здесь заезжать на машинах нельзя. Чалка ведется, вот это. И какое имеете право вы выкладываете? Вот, еще один пришел. Номера машин, людей. Вам давали на это разрешение? Ну, вы сами заезжаете. А вы в Ютубе выкладываете, вы на этом деньги, вы провоцируете людей. Кто провоцирует? Вы сами? Бред не провоцируете. Блогеры новые. Значит, представьтесь, пожалуйста, вы на каком основании вы нас снимали? Вы бы хоть сказали, они вот на самом деле, правда, дураки. Они вам даже не сказали, что вы должны снимать горизонтально, чтобы все действующие лица здесь влезли. Это уже как минимум с их стороны неправильно. Разверните телефон, знаете, и снимайте вы горизонтально. Вы к моему телефону отношения не имеете? Нет, чтобы все влезли. Вы снимаете вертикально, влезет максимум 1-2 человека в кадре. А если горизонтально, влезут все. А, все, влезли. Все, я на этой ноте ухожу. Мои невоспитанные. Позвонили, пожалуйста, что здесь машин с нарушением стоит. Хорошо. Эти люди нас на каком основании снимают? На основании Гражданского кодекса, Конституции Российской Федерации. Почему меня сняли вот эти вот артисты? Да, вот мы сейчас хотим узнать. Ребята снимают правонарушение в общественном месте. Вот и все. Вы находитесь сейчас... На каком основании? В смысле? Какие частные? Вы же находитесь сейчас не в своей частной собственной квартире же, правильно? Вы находитесь на улице. Предъявите свои документы. Кто вы? Кому? Я человек. В смысле, как? Я пешеход обычный. Я же на вас не нападаю. Я не совершаю противоправные действия. Девочка, подождите, вы можете объяснить? Почему мне вот козлы снимают? Ну вот, объясняю, что мы почему правы, вот у нас снимают? Почему сейчас снимать, вы ничего не говорите? Сняли? Я вас не снимал. Да, вон там вот снимай, артист. Я не знаю, кто вас снимал, но я вас еще не снимал. Артист стоит, скажи. Подождите, вот сейчас девушка снимает. Вот я нес картошку, меня не снимают. Почему? На каком основании? Я живу бедно, дальше снимаю. Да вы никому не нужны, подождите. Вы можете идти дальше с картошкой. Зарабатывайте деньги таким. Почему вы нас... Вы зарабатываете деньги таким. Можно по одному ответить? Я вас не снимаю. Нет, все хорошо. Снимаем, он меня снимает. Да, наверное, не надо пиздеть. Все абсолютно. Не надо пиздеть. На каком праве вы имеете? Можете не материться, пожалуйста? Нельзя что-то не материться. Я вас очень прошу. Вы деньги зарабатываете себе. И вы зарабатываете. Я зарабатываю. Что я зарабатываю? А вы не себе зарабатываете деньги? Я себе картошку несу. Нет, вы когда зарабатываете, вы кому зарабатываете деньги? Вы говорите, мы себе зарабатываем. Каждый здесь стоящий зарабатывает деньги себе. Я когда работаю, зарабатываю себе деньги. А почему надо меня снимать-то? Вы имеете право? Ну потому что вы сейчас ко мне подходите. Если вы ко мне не подошли, мало ли вы меня сейчас ударите. Вас не положено снимать. Ладно, все, не буду. Не надо нас убивать. Что у него документы, мать? Ну, блядь, тебя купить, покушать себе. Что он тебе покушать не может купить? Он же тоже ему запрещает. Стирай, на тротуаре стирай. К нам люди сами подходят. Стирай. Ему не подходите, стирай. Пожалуйста. Не подпускай. Стирай меня. Жень, иди сюда, Жень. Встань, стирай за меня, скажи. Вы меня не толкаете. Почему вы меня толкаете? Вы меня я пешеход, он меня снимает. Что мне? Что здесь происходит, ёшкин кот? Вы меня сейчас толкаете. Я что-то ничего не понимаю. Почему вы меня толкнули? Жень, встань, пускай подойдет к тебе. Тебе вот интересно, что сейчас будет. Пускай. Пускай. Стирай. Да, мне прям даже любопытно сейчас будет. Вот если он подойдет. Стирай его. Что ты бегаешь, как козел, блядь? Ты давай снимай меня. Стирай меня. Да что ж вы там, вам так эта камера понравилась? Почему вам другая камера? Потому что он меня снимал. А я тоже вас снимаю сейчас. Снимай. Я его не трогаю, что ты меня так... Жень, иди сюда. Он ничего не стирает. Все. Он ничего не стирает. Он не будет стирать. Он опять меня наводит на козел. Вы что, совсем что, дурак? Вы не ведите себя вызывающе. А почему ты меня должен снимать? Че вы нападаете? Идите по своим делам, пожалуйста. Да что, вы меня сняли, и я скажу вам спасибо. Так. Вы сейчас на нас нападаете, мы вас снимаем, вы совершаете противоправные действия. А вы не противоправные. Вы, у вас, вы сейчас хулиганите. Вы хулиганите. А вы не хулиганите. И вас люди фиксируют, что потом эту съемку, в случае чего, предоставить сотрудникам МВД. А вы чтобы можете вас снимать, да? Осудили по всей строгости закона, и вам потом уже будет некуда картошку нести, вы понимаете? Я вас не понимаю, почему вы снимаете? Да уходите уже, вы сами идете на камеру, он сейчас там встанет. Сегодня на лобном месте мы разбираем ситуацию, зачем, кто и кого фиксирует на камеру. Наш участник Максим пытается как-то отстоять свое право на свободное передвижение по тротуару. Нина Базанова, ведущая, против. И не знаю, что кто. Все, кого интересует, куда переехал телепроект «Дом 50», отвечаю. По адресу улица Большая Спасская, 27, город Москва. Сейчас мы здесь развернем костер, будем сжигать дрова и обсуждать участников. Спасская, 27.
исключением одного чуда. Тротуар практически свободен. Ладно, все, телепроект разошелся. Тротуар, ну, насколько смогли, настолько очистили. В общем, мы спать. Дом 3. Дом, я сказал дом 50. Дом 50, дом 50, да, все. Смотрите в следующей серии дом 51.